поскольку в рамках тренингов мы берем совершенно разные темы, да, и чтобы эти темы были съедобными, ну, образно говоря, для нашей целевой аудитории, конечно, важно их, эти темы хорошо упаковать. То есть просто встать и рассказать, ну, какую-то банальную, скучную, да, тему, историю, никто не возьмет это так, как надо, и никто не сможет потом применить на практике. Таким образом, у нас содержание подается через интересные какие-то, ну, эргономичные такие формы работы, да, и в результате люди, которые здесь вот 3 дня учатся этому, будут внедрять все то, что мы им дали, в рамках своих тренингов, в рамках своей работы. Важно правильно построить эмоциональный такой, да, пласт, выстроить участников. Важно правильно организовать их физическую активность. Если мы не начнем это делать, ну, поступенно, поочередно, то, ну, не будет того результата, не будет того эффекта, и люди до конца не будут, ну, до такой степени раскрепощены, да, и погружены вот в это творчество. Нам очень важно, чтобы люди не только познакомились с тем, что мы им даем, но еще и взяли на себя, ну, наверное, и с одной стороны, смелость, с другой стороны, и были активны в этом, чтобы разработать какие-то небольшие модели. Учим и смотрим, что получилось в результате, для того, чтобы потом в финале мы на всех территориях получили грамотных тренеров, которые могут внедрить все, ну, от больших там, и, там, маленьких каких-то форм работы, да, для своих граждан, для своего сообщества.